привет! Это Вьетнам, курортный город Ничанг. Меня зовут Илья, вы на канале «Был здесь», а там вот Гилли, и у нее сегодня день рождения. И мы решили отправиться в какое-нибудь необычное место. И сегодня мы покажем вам очень классную, необычную локацию в Ничанге. Пляж, где стопудово никто из вас не был. Запрятанный пляж, совсем недалеко от Ничанга. Сюда даже не возили туристов. Я никогда про это место вообще не слышал. Этот пляж... Нютин. Это на Бали такая есть тема. Там очень много секретных мест, секретных пляжей. Здесь в Ничанге такого нету. Но этот пляж, именно можно сказать, что он реально секретный, потому что мы никогда про него не слышали. Ну давайте по порядку, с самого начала. Это пляж Нютин Бич. Поехали! Расположен этот пляж и правда совсем не на виду. Он находится на закрытой территории отельного комплекса Diamond Bay Resort, который находится за городом. А еще забавно, что название пляжа Нютин можно перевести с вьетнамского как «сиськи феи». Nobody know about this place. Yeah, nobody knows.
Чилим. I want to show. Смотрите, что Чили приготовила нам. Вот такой напиток. Это, можно сказать, сладкий суп. Tropical drink. So this bottle looks not really nice, but what inside the bottle is super nice. Here I have mango juice, and orange juice, and lime, and pieces of watermelon, and mangoes, and cucumber. That's a good drink for your health, and I call it the tropical drinks. The tropical girl. If you ever come, you can order from me. First time I try this from you. Because it's the mango, and now is the season of mango, so I could do it. And the mango is cheap here. I bought it like $1 for 2 kilo. This is the mixture of orange juice and mango juice, watermelon, and lime. So good for your health. And so good for your birthday. Maybe you say how was your birthday cake? My birthday cake? Good. Tasty. How it was? 12? Because you were born at 12. Yeah, I was born at 12 a.m. Ребята, сейчас будем поздравлять Тили с днем рождения. Смотрите, что здесь у нас лежит. Попробуем. Лили, come to me. Happy birthday to you. At 12 your birthday, so you should make a wish, you know? You should make a wish first and then... And from one time... From one time more? Yeah. Wow. Sandwich. Later we eat that sandwich. Later we eat that. When you cook that sandwich, it was small joke for you. You scared cockroach. Ah, yeah. You. That cockroach, and then I always scare of it all the time when he try to throw it on me. Look at this face. I like my smile. My like teeth. Venom. Let's take photo. Enough. I need to take photo. Say, come on, not. I'm Venom. I am Venom, and you are mine. Really? Say. I am Venom, and you are mine. Самый прикол, что мы здесь вообще одни, никого здесь нет. Сейчас новая волна коронавируса во Вьетнаме. Люди особо никто никуда не ездят. Закрыты разные отели, куда можно было бы попасть и отдохнуть. Я так думаю, что сюда могли вполне приехать вьетнамские туристы, но так как сейчас такая ситуация с коронавирусом, и здесь нет вообще никого, только работники этой территории, и вот мы приехали. Просто пустынный пляж, он небольшой, вот такие грибочки здесь, зонтики, лежаки, ложись куда хочешь, делай что хочешь вообще. Есть вот такая качелька. Гамак. Скорее всего, здесь отдыхали в основном китайские туристы раньше, когда границы были открыты. Ну а сегодня это место только для нас. You record me like porno movie.
느끼는 대로 해. 너와 나만 아는 비밀이야. 서로 위로해. 이불을 꽉 조져. Let's rotate. Take me to your paradise. Just take me to your paradise. Take me to your paradise. Paradise, baby, please. Take me to your paradise. Just take me to your paradise. Take me to your paradise. Paradise, baby, please. 취한 걸로 그냥 생각 좀 하고 있어. Yeah, 긴 밤을 지새 너와 보내 그 첫 밤. Yeah. 나와 부딪힌 술잔에 No, no 가림막 없이 창피하지 않아 자랑해 네 속이 너무 궁금해 생각해 All day 내일 밤은 어때 괜찮은 타임에 꺼내서 보여줘 너의 맘을 Take me to your paradise Just take me to your paradise Take me to your paradise Этот пляж находится, ну, можно сказать, совсем рядом от города, примерно в 8 километрах от центра. Отсюда виднеется, когда купаешься в море, кусочек надписи Винперл на острове Понтре. Водичка вообще чистая, приятная, классная. Здесь более такая зеленоватая у берега, а там поглубже очень голубая, красивая, яркая вода, прозрачная. Ну а сейчас мы перекусим. Итак, что же у нас тут Тили подготовила? Ага, банми. With chicken. Chicken only. Vegetable. Yeah. After this we go to eat shells. Продолжение на канале. Не переключай. Keep this moment really funny. Не переключайтесь. Посмотрим, куда нас поведет сегодняшний вечер. Ну, здесь какая-то беседка. Вот так можно подняться. Как смотровая площадочка. Здесь красиво. Да, камера даже не передает, конечно, всей красоты. Здесь вот такой даже туалет подзаброшенный немножко. Но есть все, водичка, даже душ есть. Видно, что там давно уже не убирались. Я сейчас хочу узнать, много ли людей сюда вообще приходило в последнее время, или это место вообще уже, может быть, год не посещалось, пока нет туристов, или, может быть, последняя волна коронавируса остановила сюда поток каких-то людей. Еще интересно... Mango! Mango? Here mango, but this is green mango. This is not... Я хочу узнать еще, до скольки здесь можно максимально оставаться, во сколько они вообще закрываются. Deer. Bite me or no? No, they gentle, you remember. See? Well, I'm gonna make it. Let's go. Let's go. 5:30. Здесь какая-то дорога еще ведет вокруг, наверное, вот как раз вот этой горы, которую нельзя было забраться там с пляжа.
Ладно, в следующий раз я сюда приеду и засниму. Здесь побольше можно будет походить, там, где еще мы не были. Ну а сейчас выезжаем, посмотрим, куда нас сейчас занесет, я еще не знаю. Поехали! Ну а сейчас мы на улице, на которой готовят стритфуд, и можно пожарить очень вкусно осьминогов, мясо и другие морепродукты, и другие разные штуки. Мы очень любим здесь иногда ужинать. Сегодня в честь праздника мы тоже сюда приехали. Но многие места здесь закрыты из-за коронавируса. Одно местечко здесь открыто и точно работает. Мы здесь не пробовали еще. Не знаю, будет так же или не так же по вкусу. So I decided on sit in a very luxury place, and I love street food. It doesn't matter where I sit. I sit where I feel nice and enjoy the food. Yeah. Our favorite place but is closed you think today here because of COVID, and we have this choice. So cheaper. Cheaper here. How much? 50. There 75. Oh, here 50. Maybe we should sit here always, not there. Let's try how it tastes. Do you want shrimp? No. Сегодня мы выпиваем за день рождения Тили. Happy birthday, Тили! Сегодня мы пьем очень вкусное и очень особенное пиво, дорогое, которое варится в Хошимине. Пивоварня называется East West. Мне это пиво очень нравится, оно натуральное, насыщенное вкусом, чуть-чуть с горчинкой. Сегодня пьем PLL. Пиво PLL. Тем временем нам принесли вот уже костер на прогрев. Do you like that beer or what you can say? If compare with the Saigon or Tiger, what you can say? Sorry, but Saigon is shit. And this beer is great. I love it. You like really? So maybe you show to people. Ta-da! Вот PLL East West пивоварня. This may be smaller portions. Yeah. I know. Same there. And mushroom more. I think mushroom same. Так, у нас две порции осьминога, кусочки свинины и вот тут говядина с кунжутом. So cheers. Okay, wish you the best and for good mood. Cheers. Немножко такой фруктовый вкус с горчинкой. Я еще до коронавируса его попробовал. Мне реально очень понравилось. But this is 5 times more expensive than Saigon. Of course, it should be different. И причем оно не легкое пиво, 6 градусов причем крепости. О, принесли мои любимые рисовые бумагу, чтобы в ней роллы заворачивать. А тут как раз с овощами. This is pork with lime sauce. Вот мой любимый октопус, осьминог. What I like here more than before. Я люблю с соевым соусом. Really good. Soft. Вот эти грибочки, энаки, тоже их люблю очень. So let's show how to make roll. Немножко смачиваем вот эту рисовую бумагу. Выкладывается туда лист салата, огурчик, кусочек мяса на гриле. И заворачивается. Можно как угодно заворачивать, но есть особый, конечно, способ заворачивания. Тили, кстати, не умеет заворачивать. Надо было мне показывать. Я умею и заворачивать, и есть, а она просто вот так вот сминает, но суть от этого не меняется. Соевый соус. Hello, говорят они. Это осьминог, ребята, обожаю. Тили любила с детства осьминогов.
когда мы начали с ней есть вместе, я реально почувствовал, что я тоже очень их люблю. I love octopus. From child. When I was small. Oh, this. Like this, right? Yeah, now you make right. Before not right, I said that you not right to make roll. Так, у нас тут дожаривается. Мы почти все скушали, допиваем пиво